Привет, народ. Опять записываю видео поздно ночью. На связи PokerFish. Через 3 недели, надеюсь, поменяется мой статус на Poker Pro или на Shark, или лучше на Poker Pro Shark. Да, так лучше. Угадайте сегодня, что произошло. Ничего. Сегодня опять занимался статьями, прорабатывал статьи. Знаете, я прочитал статью «Причина для ставок – ставки на полублефе». После первого прочтения я не понял ничего. Абсолютно. Второй раз, когда перечитал, уже более или менее что-то понятно стало. Но все равно это требует настолько глубокого осознания, вся эта информация. Я, в принципе, не знаю, как эту информацию воспринимают новички, если есть таковые на курсе. Но, например, я, человек, который знаком немножко, для меня это было тяжеловато. Хотя, может, кто-то скажет, что тут и все легко. Может быть, у меня восприятие такое, что мне тяжело воспринимать. Но, к сожалению, это было вот так. Концепция больших фолдов, ну, там, в принципе, да, там было полегче. Но ставки на блефе, на полублефе – это нечто. Это надо перечитывать, перечитывать, перечитывать. Ребята, кто говорит, что покер – это легкие деньги? Ничего подобного. Никогда не слушайте, не бывает легких денег. Везде нужно трудиться. И тут нужно трудиться не меньше, чем на заводе, на самом деле. Только на заводе ты работаешь физически, а тут ты работаешь умственно. И этот умственный труд ни разу не легче, чем физически на заводе. Вот. Это, собственно, наверное, все, что я хотел сказать за сегодня. Завтра будет крайний день перед новой тренировкой. Завтра мне осталось проработать 2 раздачи. И, собственно, все. ДЗ мои готовы. Завтра я с утречка все это сделаю. А вечером я буду отдыхать, готовиться к тренировке. Не буду ничего завтра читать, перечитывать. Решил за эту неделю отдохнуть. Но так как неделя немножко лайтовая, поэтому все это будет... И у меня тоже лайтово. Всем счастливо, всем спокойной ночи.